Великая Отечественная война. Как это давно произошло для нас и как давно для истории? Свидетелей тех дней осталось очень мало. Но живы некоторые ветераны, а некоторых может уже и не быть с нами. Пока мы помним о них, они живы. Если память пропадет, то они исчезнут. Мы потеряем часть истории, часть себя и, в конце концов, свою совесть. Сейчас я хочу рассказать об одном человеке. Этот человек – отец моей бабушки, дед моего отца и мой прадед, мой герой. Зовут этого человека Воронин Николай Дмитриевич. Родился он 1923 года, 17 декабря. Я не знаю о его молодости практически ничего, но, по словам бабушки, он учился в Ленинградском училище на мастера радиосвязей, но не закончил свое обучение, так как в 1941 году 18-летним парнем был призван в армию. Там он проходил курс молодого бойца и учился на связиста. Сначала его отправили на Ленинградский фронт. После снятия блокады отправили на Украинский фронт. Он участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Польши и Румынии. Пришел он домой только в 1947 году. Имел два ранения. Был награжден государственными наградами, одна из которых являлась орден Жукова. Мне известно, то, что когда-то мой дедушка остался постовым, и весь его батальон был уничтожен на Невском пятачке. Лишь по чистой случайности выжил лишь мой один прадед. И свой рассказ я хочу закончить так. Война, прошла война. Минуло с той поры уже полвека, но в памяти людей живет она. Земля полита кровью человека.